Один у нас участник здесь стоит. Давай-ка, это у тебя. Сузуки 800-й. Сузуки! Так, у нас тут еще мотоцикл остался незамеченный, какой из. Ага, так, сейчас идем, молодежь. Здесь мотоцикл стоит, его аж не видно стало. Кавасаки! Ну же!
верти, а Дэвидсоны, Сузуки, Хонды оказались чуть тише, да? Чуть тише этой ямы. Итак, аплодисменты победителям! Самый громкий мотоцикл. Но остальные участники у нас конкурса звука не останутся без подарков. А давай ты нам сейчас еще раз продемонстрируешь во всей красе звук своей ямы. Ты выбрал правильного друга! Так, ну что, аплодисменты нашим громким! И смелым! Ну а сейчас самое последнее! Самая интригующая номинация на самый стрёмный мотоцикл! Заведи, подтверди самый стрёмный мотоцикл. Так. Не заводится! Да, заводи! С третьего раза не завёлся. Давай, толкача! Давай! Так, 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 так. А теперь истинный его звук. Она еще не заводится. Не заводится, краска заводская. Фары заводские. Все коммунизаторы. Круче не работает. У тебя задние не работают. Итак, силы данные мне. Здесь на фестивале «Территория свободы» самым стрёмным мотоциклом, самым веселым, самым интригующим. Я объявляю Ява 350! Так, ну и представитель компании «Мальчук» тебе подарит подарки и скажет несколько приятных слов. Привет, у тебя супер классный мотак, на самом деле, не очень стрёмный, вот мы тебе решили вручить такие призы. Стрёмный! Стрёмный, нет, классный! Ласточка! Я же выиграл, значит, стрёмный. Спасибо, что поддержали народ! Спасибо, российский! Ещё раз громко! Ява! 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 Друзья, ну а наш фестиваль продолжается, и я бегу на сцену для того, чтобы потихонечку байки можно оставлять здесь, на них фотографироваться. Чуть позже, про сейчас, прошу минуту внимания. Hells Angels MC Самара. Hang Around Chapter. Самара, проспект Казань, и мы все с вами, так или иначе, вопреки всему и несмотря ни на что, собрались и организовали это грандиозное мероприятие. Грязные и довольные, закрываюсь, они пришли домой. Ура! Мы рэп! Пустой ночи, а впереди Линда, Скайс, Red Indian, everybody! Давайте потанцуем, расслабимся, пожжем немного пьянцы и унесемся в ночь с танцами, весельем и хорошим настроением!
А теперь, ребята, серьезно, посмотрите все направо. Что вы там видите, кроме леса густого? Красоту, граффити! А это, собственно, те люди, которые умеют рисовать граффити и сделали это для нас. Поддерживаем громко-громко! Ну а все-таки не просто так они рисовали, они украсили этот фестиваль свободы, они украсили наше время, да и сами время скоротали.